Ну, мы ждем в ближайшем будущем. Я, по крайней мере, жена пока не настроена. Пополнение в семье, каждому ребенку по ожерелью. Ну ладно, если серьезно, то жена и дочка забрали. Младшей дочери тоже нужно ожерелье. Вот нет. Игры на турнирах. Нет, уже меньше. Значимости в турнирных играх гораздо меньше, чем раньше. От хороших и интересных игр, да. Их очень мало, правда, но да. Я хочу прямо Рубилова, которое было в 2017 году, когда Даня выиграл. Тогда были прям мясные игры. Вот я хочу, чтобы здесь, сегодня, завтра и послезавтра было то же самое. Да, ну, мы мастерс отыграли. Мне комфортно, в принципе, практически за любым столом. Мы отыграли на прошлой неделе 2 дня 10 игр, ой, 20 игр. Всем, в принципе, вроде понравилось все, было нормально. Цель – хорошие игры и победа. Победа всегда, не любой ценой, но всегда. Чемпионат мира. Опять я не выиграл. И Кубок Юга, естественно, которому в этом году присвоили 5 звезд. Я думаю, сегодня нет, а завтра, скорее всего, послезавтра уже навряд ли. Естественно, черных. Я думаю, примерно 15-10 в пользу черных будет. Ночью, на самом деле, очень глубокие мысли. И почему-то я вспомнил магистрат 2017 года. Я не помню, это какой год был, 2017 или 2018, ну, момент, когда я смотрел этот магистрейт. Но я помню, тогда у нас в штабе РБФ, да, РБФ, ребята, всем привет, кто смотрит, болеет, поддерживает. У нас в штабе на трех телевизорах крутилось именно повтор магистрата 2017 года. И тогда я только начинал, смотрел, и я влюбился в игру БВД, это реально говорю. Тогда еще 07, РФ, я реально влюбился в твою игру. И мне очень симпатично, как ты игрался. А так сейчас уже нет, как ты играешь. И я понял, почему сегодня ехали с РФ в машине, и РФ говорит, я понял, почему ты реально играешь каждый год. На самом деле, играть за этим столом – это одно удовольствие. Да, есть переживания, многие поймут меня. Но люди, которые смотрят, я вам советую, ребята, нужно играть и нужно ставить цель попадать за этот стол. Потому что здесь действительно собираются одни из лучших игроков. Да, может, игры когда-то складываются не очень, но я уверен, каждый из нас играет сильно. И за красную карту. Я красный, ребята, а победа нам. Время, два. Ну, представляю, один. Ну, сомневаюсь, что господин РФ играет, потому что здесь кайфово играть. И получать удовольствие от игр. Ну, в том числе, да. Но это, мне кажется, не первая основная причина далеко. Ну, а ты просто так подумал, ты же ничего не говоришь. Просто я так не считаю. Речь как речь. Может быть, любого цвета. Послушай, ничего плохого не сказал. Ну там скажешь, что ты точно красный, такую вещь черную не скажешь. Нет, такого, правильно. Вот. Сыграю заочно 7, про спальню подумал 7 красного. Да. Нравилось, на 7. Вот. Никогда так не играл. И с тобой. Ну, я не посмотрел на кэч почему-то. Что разноцветы, видимо, дают о себе знать. Так. Большая порция привет будет. Привет, передаю господину Цицу. Дима, привет. И господину госпоже Кокос, господину Монарху и господину Пану. Спасибо за поддержку, ребят, очень вас всех люблю и ценю. Спасибо большое. Добрый день, рад всех приветствовать. Желаю всем хорошей, интересной игры, победы нашей красной сильнейшей стаи молодежной команде. Передаю привет своей любимой семье. Также передаю привет госпоже Натомбе и господину Денису. Болеют за меня там. Я играю 1, 2 и 3.
где первый краснее, чем два, второй чернее, потому что я подозреваю 7 именно в рассыпании, вы сыграете 7. Может быть, я не прав, мы послушаем игрока номер 7. Мне показалось, или вы что-то, когда мы проснулись, он тебе что-то стучал? Нет? Мне показалось, что он тряс, ну, короче, колбасил его. И мне показалось, что он тебе что-то отстукит, и я не мог понять, что он ему трясет. Нет, там именно несколько раз так его колбасило. Так, из тех, кто пока после меня сидит, мне кажется, пока играю с 5. И все. Один краснее, чем 2. Играю я 1, 2, 3 и больше 5. Дозреваю 7. Вот такие дела. Ну что ж. Я реально кайфую за это. Я обычный турнир играю так, там, игры на выживание. Не убили, дали поиграть нормально. А здесь я примерно рассчитываю на 10 красных карт сыграть. Спасибо, время. 4. Так, ну, я вчера рассказывал, что за речи на первом слоте, которая никак не относится к текущей игре, не нужно играть с людьми, потому что если они черные, потом до них не дойти. Но, мне кажется, ради этой речи игрока номер один я готов сделать исключение. Я готов назвать его красным, не то, что там уверенно крышевать до конца игры, но это именно та речь, за которой, мне кажется, можно сыграть именно и подумать, что он красный, несмотря на то, что был какой-то рассказ не про эту игру. Поэтому я играю с один. Вот. По 2 и 3 непонятно. Мне не понравилось, что Трис сказал, что по 2, ну, то есть у него 2 чернее среди 1-2 из-за того, что расходится цвет заочный 7. Мне кажется, если черный 2, он бы со своим черным 7 не играл заочно. Поэтому, типа, странная мысль. Но другой момент, что 3 мог иметь в виду, что у них разошелся анализ, как они 7 оценили по просыпанию. Вот. Но если он имел в виду, что типа 2-7 могут быть вместе с черными, мне это не нравится. Короче, пока для меня красный один, тут просто ни черный, ни красный, просто спокойно. Так, рада всех приветствовать. Я игрок красный, мне не очень понравилось, как ты сейчас поговорил. Мне кажется, что среди 2 и 3 плюс-минус должно быть все понятно. У них разошелся не только цвет 7, у них разошелся анализ первого игрока. Так, я пока первого не подозреваю. Мне прям действительно очень было тепло на твоей речи. Я пока хочу думать, что я не ошибаюсь, это красный. Поэтому я играю с игроком номер один. Пока не против лицепала на слоте номер 3. Вот, так, я заочно думаю, что скорее красный 6. И мне... Я бы не играла с 2 на текущий момент. Вот, можно было бы подумать на следующий круг. Я пока сильно красным 2 не считаю. И четвертое, то, что поговорил, было очень как-то скользко на твоей речи. Поэтому я бы сыграла 1, 3 и 6 на текущий момент. И я думаю, что здесь много красного. Почему красный 6? Да по тем же аргументам, что красная я у третьего игрока. Почему вы у него не спрашиваете, спасибо, время, почему красная я? 6. Так, мне не совсем подходит, потому что мои мысли озвучил 4. То есть, если, допустим, 3 играет 2 и подозревает заочно 7, а для 2 7 красный, то вы должны или не играть с 2, или сказать, что 2 7 не вместе черные, и черный 7, а красный 2, ошибается все. И то, что сказал 4 по 1, по 2 и по 3, я его пока что, даже если черный 4, я его пока абсолютно понял все то, что он сказал. Я играю в 1, 4, 6, пока без 2, 3 и 5, вот. Нереально было бы стыдно с командой 1, 4, 6. Ну, может быть, да, но пока я так сыграю. Я красный, вы все красным первым назвали. Максима Домафа заиграл, в чем проблема? Вот, послушаю 7, если 7 поговорит плохо, значит краснее 3, вот, и будем дальше думать. Спасибо, игрок подарился. Тебе не понравилось, как я поговорю, потому что для меня самые положительные 4. Я вообще не увидел оснований у 4 выкидывать 2. То есть, если он подозревает, допустим, что у 2-3 разошлись мнения по мне, но третий же сыграл с игроком номер 2. То есть, он должен привести, конечно, 2 краснее. Ты не сказал, что он подозревает 2 по 7. Поэтому выкидывать 2-3 одновременно, мне кажется, неправильно. 2 не сказал, что 1 там подозрительный. Он просто выстрелил его еще. Мне понравился 1. Для меня это пока самая качественная речь, которую я от тебя слышал. Если ты игрок черный, то молодец, постарался. Пока с тобой уверенно играю. 2 реально сначала как-то так, знаешь, такая была какая-то умирающая речь. Но потом, когда ты сказал, что я кас посмотрел, а это реально было. То есть я отметил, когда я проснулся, что на меня посмотрел ты, на меня стал БВД прям таким мыщим взглядом. Вот, я подумал, что ты игрок больше красный. 3 первый раз вижу, чтобы он меня подозревал заочно по просыпанию. Это что-то необычное. Вот, поэтому 4, на речь 4 я вообще подумал, что 4 черные с кем-то 2-3. Вот. Для меня 2 краснее. Вот. Я играю 1-2. И несмотря на то, что 5 играет с 3, мне нравится 5, потому что она больше подозревает игрока номер 4. А 6 может быть черный, который пользуется тем, что 5 его кости. Выставляю игрока под номером 5. Пусть объяснит. У него же 6 красное. Уже 6 не красное. О, какое-то у меня смятение.
мне вскрылись еще на речи твоей. И я не понимаю, мне вскрылись, потому что мне решили дать поддержку из-за предыдущей игры или решили воспользоваться моей небольшой дезморальностью. Вот. Я думаю, что среди 5-6 есть черные, чернее 5 для меня. Я не вижу оснований, почему 6, например, если черный, а красный 5, не играть с 5 и выкидывать, когда она заочно говорит, что красный 6. Мне понравился 2. Понятное дело, хорошая, качественная речь у 1. Вот. И пока я не очень подозреваю 4. Вот. Поэтому я пока играю 1, 2, 3, 4, больше 6. Вот. Для меня черная 5. 7 поговорил плохо, потому что сыграл по этому. Спасибо, время, игрок под номером 9. Так, рад всех приветствовать, Амкара, это первая красная карта. Но пока кажется, что в команде 8 всего один черный игрок, откровенно скажу. Ну, мне так кажется, 1, 2, 3, 4, 6, мне кажется, что есть двойки. При этом можно допустить, например, что черный 8 играл, сыграл в большой команде со всеми, ну, с каким-то одним своим черным, но мне тоже подозрительно и 5, и 7. Подозрительно 5 за то, что она все цвета сказала, даже заочный. Вот. Что-то я в красных ее играх не видел, каких-то прям супер уверенных речей. Я же объяснил еще на прошлой игре, где я шерифом был, что, ну, речи у нее за красную, они кажутся подозрительными, более подозрительными, чем за черную. За черную она увереннее позицию дает. У нее вот красный 1, говорит, красный там 6. Вот. И вот такое это чаще за черную. Поэтому вот, и вот, мне кажется, фрес как раз в ней из-за этого и ошибается чаще, потому что вот именно за черную 1, 2, 3, 4, 6, 8 я сыграл. Вот. Ну, допуская, что если... Да-да-да. Если два черных игрока, это 8 и кто-то в большой команде. Такое может быть. Вот пока размытая позиция, завтра будет уверенно. Спасибо, время. 10. Так, думаю, красный 1-3, и, скорее всего, уже красный игрок номер 5, потому что после речи 8-9, хотя, да, можно меня проверить, я не против, потому что на речи 5 мне казалось, что она может быть черным игроком, как говорили игроки, выставляя 7, как говорили 8-9, мне уже кажется, что красный игрок номер 5, 8, команда 1-2-3-4, 10, 1-2-3-4-6 и с 8, да, у вас получается игрок черный 5-7-10, поэтому подозрительный 9, я бы проверил бы игрока номер 8, мне кажется, неплохая проверка. Можно меня проверить? Почему с тобой не играю? Ты сказал о том, что красный игрок номер 7 по просыпанию, седьмого игрока вообще нельзя найти по просыпанию красным или черным. Больше красный игрок номер 3, потому что 3... А 3 нашел седьмого по черному просыпанию. Нет, красным 3 не за то, что 3 нашел игрока номер 7 по просыпанию, а за то, что 3 сказал о том, что 9 может перестукиваться. И как говорил 9, мне не понравилось, поэтому мне кажется, что красный игрок номер 3 именно за это. 3 у тебя проверенные черные, да? Пилится 1-7. Я бы проверил бы 8 за команду. Спасибо. Спасибо вам. Руки со стола убрали. В городе голосование. 1-5-7. 1-5-7. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 1? Спасибо, 5 голосов. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 5? Спасибо, 0 голосов. Автокатастроф 1-7, игрок номер 1. Так, нельзя проверять 8. Нужно проверить 9. Это же он же купил позицию 8-го игрока. Как можно проверять 8, когда 9 играет в команде 8, у него черная команда 5-7-10. Так что 8-10 не проверяется. Вот так вот они найдутся и будут голосовать. Проверка 2, то, что вы показываете, мне кажется, некачественная. Нужно проверять 9-го игрока, она играет большую команду. То, что 10-й сказал по 5, не знаю. Вот наличие игрока 8-9 уже как 5 начал жестикулировать, мне больше нравится. Так что шериф не проверяет 8-10, там есть мав, проверять 9-го игрока. За команду все. Третий проверен черный? Угу. Ну, 2, 3, 8, 10, значит, двойка уже гуляется. Спасибо. Спасибо, игрок под номером 7. Чего ты отказался четвертым поговорить? Послушали бы господина Градиента. Ты думаешь, что 4 красные? Так, у меня просьба. Ребята, страхуйте меня. На этой половине не все чисто. Может, что-то может случиться. Ну, естественно, я их всех подозреваю. Мне никто не понравился. В восьмой не понял, что я красный. Это в какой-то веке. Хотя, ладно, часто уже не понимает. 9 его усилил, а 10 сказал, что 7 черные. 7 проверенные черные. Ну, ладно. Спасибо, время. Я покажу ключевую проверку. Убрали. В городе голосование. 1-7. 1-7. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 1? Спасибо, 5 голосов. Ставится вопрос. Обоих поднимаем и поставляем. Кто считает, что обоих нужно поднять со стола? В городе ночь.
Игрок под номером 8. Вас убили. 20 секунд. Девять. 5 секунд. 1-4. Принято, остальные вносительства. Так. Кого проверим? Не шериф. Я что, мне скрылся 7 на 0 на речь первого игрока. Вот. Так, есть. Мы опять скрылись, еще что-то. Так, ты шериф. Ты скрываешься? Нет, ты не шериф. 3-10 не могут быть красные. Ну, тогда 3 черные. Вот. Так, мне кажется, что черный 9. Он усилил мою неправильную позицию. Я тебе не... Тут не всем фол, слышишь? Он просто провел мне по пачке сигареты, я не понял, мне это вскрыть или нет. Так, а ты думаешь, кто черный среди 9-10? Больше красный. Ты думаешь, 9 черный. Так, я не шериф. Что-то не записал 5. Мне кажется, 1, 2, 7, 10 много красных. Эти аплодисменты вам, спасибо за то, что будете из игровой локации. Напоминаю, игроки 2, 3, 7 по одному фолу. Игрок под номером 2, говорите. Вот, давайте прислушаемся к завещанию неплохого человека, хорошего игрока. Да, 1, 2, 7, 10. Он оставил больше красных. Оставляю 3. Объясню, почему подозрительный ты. Ты с речь 10-го. Играю 1, 3 и уже не черная 5. Команда 5, 1, 3. Ты должен просто ее взять, а не потому, что после, он сказал, 1-3 играю, и после речей здесь уже красная 5. Ваша команда 1-3, вы должны быть лучшим другом, а не просто из-за речей там. Речь 10, второй подозрительный, потому что дал заочный цвет 7, не надо жестикулировать мои речи. Второй подозрительный, потому что дал цвет 7 заочный. 7, нельзя понять, красный или черный. Речь 3, я думаю, 7 заочно подозрительный. То есть он берет человека, который заочно его очернил, но меня не берет по аргументу, что я его заочно краснил, хотя его нельзя сделать заочно. Поэтому подозрительный 10. В этот момент третий показал 10, красный 100%. Поэтому черный 3, показал правильно 2. Все, выставляю 3. 3, черный для меня 100%. В завещании 8, 1, 2, 7, 10, там не было, по-моему, цифры 3, что он красный. А я есть. Я красный, черный 3. Я игрок под номером 3. Да, это все смотрят, кстати, ты знаешь, как смешно выглядит. Я уверен, что красный 2%, на 99%. Выставляю 5, я думаю, черный 5-9 вместе. Процентов, ну, на 99%. Смотрите, никто не вскрывается, мы голосуем 5-9. Я уверен, что красный 10. Шериф во вторую ночь проверяет меня. Я нормально играю красным, я редко плохо голосую, понятно? Голосование 5-9, у них будет голодные игры на выживание. 9 объяснял 8, что черный 5, на весь стол на речи 5 показывал 5 черный. Сейчас я уверен, что 9 пытается донести 5, кто шериф, кого убить. Он все речи 2 и всю жестикуляцию 8 смотрел на 5, чтобы не получить скрытие от 5, понятно? 5-9 голосование, шериф проверяет 3. Я уверен, что 10 красный. Если у шерифа есть красная проверка, мы выиграем 100% эту игру. Если есть черный, ничего страшного, мы все равно выиграем эту игру. Голосование 5-9, проверка 3. Все. Стол 5, выставим 9. Спасибо. 4. Так, ну звучит убедительно, но проверить все равно можно. Да, выставляю 5, выставляю 7, выставляю 9. 7 принято. Чуть-чуть расширю, если ты хочешь 5-9, давай 5-9 голосовать. Значит, почему черная 5? Да, понятно. Значит, почему черная 5? Слушаем внимательно. Я сказал, что для меня красная 1, 2, 3 оставил в стороне. Она, если... Она начала речь с того, что в корне не подходит. Если в корне не подходит, должен быть либо черный 1, либо кто-то очень красный в 2, 3, да, наверное? Она сказала, не против 3 сначала, и 2 в команду не взяла. Сыграла с 1, не против 3. Я сыграл с 1, 2, 3 оставил в стороне, никого черным не назвал. Это сильно ей речь моя не подошла? 7, смотрите, на прошлый круг же, на момент попила, не было понятно, что вы друг друга красными считаете? Между вами должен быть черный, по идее. Вы там рубились, проверки просили. У 7 черный 4, черный 6, чуть ли не вместе. На распиле он сказал, страхуйте меня, там тьма черных. Черный в 2-3 на тот момент, черный 4, черный 6 и тьма черных еще там. Хорошо, в 2-3 заруба была, значит 3 для него был черный. Черный 4, 6, кто-то здесь и там. Так, выставляю 3-4, смотри, я на текущий момент не буду играть против тебя, потому что мне казалось, что ты заочно, когда на нуле я с тобой сыграла, что ты красный, потом третий получил фол на твоей речи, но ты сыграл с игроком номер 4 и выбросил меня, когда я сказала, что ты заочно красный. Это было странно. Четвертый черный, который играет против 7,
То есть завещание 8 вообще пошло лесом. Так, смотрите, третий, уверенный. Такой, блин, просто... Я против черного 3 сыграл, а ты добрала, получается, да? Да, получается, добрала, да. Когда я сказала, что я играю с игроками 1-3, не подходит твоя речь. Твои аргументы сейчас по моей речи. Я сыграла там не против 3, только с 1. Как могла не подойти мне речь игрока номер 4? Блин, да вы что думаете? Я вот после твоей речи, что, кто 9? Да мне без разницы, кто 9, между вами есть черный. Как, смотрите, поинтересуйтесь мнением 2. Вот против второго никто не играет. Он сказал, что черный 3. Какого цвета игрок номер 3 сейчас? Больше черный. Все, закончили, по-моему. Играю 1, играю 7. Обращайтесь на выигрок на 6. Так, мы, по-моему, играем в интеллектуальную игру. И ты, по-моему, не объяснила, за что черный 4 сейчас. Угу. То есть ты сыграл на 0, 1, 3 и 5. Сказал то, что... Ну, что? Смотрите, 9 пытается найти шериф, шериф не вскрывается. Да, неважно, я что-то об этом говорил. И сейчас, когда уже там речи проходили, 2-3 поругались между собой. Я сижу, смотрю, для меня первый неплохо говорил, для меня 4 хорошо поговорил, 1-4-6 моя команда была. Ты сейчас такую же 4-3-4 месяца черный, так твоя команда была 3. 4 выкинул 3, хотя 3 сыграл 1-2-3, он бы сыграл 1-2-3-4. В чем проблема? Он там покопался. Те аргументы, которые он привел, мне не понравились, даже если черный 4. Я пока не понимаю, за что у вас черный 4. Вставляю 5, 7, 9, 10. Пускай тоже повисит. Он пускай сидит, я пока не считаю его красным. Пока что. Так. А, все, молчу. Ладно, тогда пас. Спасибо, у меня жестикуляция, игрок номер 7. А, нет, все, я не перекрасил. Я думал, что он меня задел, я думал, что он может сковаться, тогда все. Смотрите, почему думаю, что черный 4? 4 говорит, что я не могу говорить, чтобы меня страховали, потому что для меня, типа, на той половине много черных. На моей речи 5 показало, что 6 не красный. Я вскрылся игроку номер 8. 8 играет в меня, 9 усиливает 8. 9, они там все показывают, что черный 10. Понятно, что я скажу, что здесь потенциально может быть много черных. И если я подозреваю игрока номер 8, который вскрылся, я подозреваю, что у меня может быть слом. Вот. 9 проверенный черный, 2 вскрывается. С какой проверкой? 10 проверенный черный, 9 проверенный черный. Ты проверенный красный. Что за бред вообще происходит? Короче, ты вскрылся 2, и 2 сказал, что... 3... Он показал 3, уходит только что. Ладно. А ты проверенный красный или ты шериф? Ты шериф. С какой проверкой? 2, 4, 5. Всех? Всех? Нет, смотри, 2 точно нет. 2 точно не отдам. Вот, 2 считаю игроком красным. Поэтому мне все. Главное, если ты скрываешь информацию от тебя, я не считаю. Спасибо, время, игрок под номером 9. Умейте жестикуляцию. На столе 2, 4, 5. Вот. 3, 2. Нет, на самом деле я вскрываюсь, без шуток. Мне черный брейк между 2 и 4 и 5. Вот, проголосуем там. Что, кто? 4 черный. Нельзя заделить 5 вместе с 4. Можно, потому что тебя никто красный не считает. Можно заделить. Вот, можно заделить. Ничего не произойдет катастрофического. Не мочи. Да, так а дальше-то вы что делать будете? Откуда вот так столько уверенности у вас? Откуда столько уверенности? Ну, что? Короче говоря, давайте в баланс тогда проголосуем. Вот 4. Ничего смешного я не сказал. Парни, хватит меня прикрывать. Уходит 9. Все, я голосую в 4. И красный совет тоже проголосовать в 4. Все, спасибо. Я сказал, не буду голосовать шрифт, но я сейчас готов снять 9. Здесь он шрифт. Так, а ты сдался, да? Почему классно удалось? Он сначала скрылся с проверкой 10 черный, а сначала сказал о том, что подозрительно 10 приводил аргумент, он сказал 300% черный. Ну, как бы для меня это странно. Если это та игра, где третий черный, а вы все красные, я в какой-то момент, если убьюсь, я опять оставлю его рулить столом. Если будет такая же игра. Потому что он единственный говорит о том, что 10% красный. Оставляю 9, я проголосую за 9, мне кажется, черный игрок номер 9. Слушай, не переживай, я его проверю сейчас в эту ночь, поэтому... Полный. Проник, да. Так, ну для меня красный 3, естественно. Мне кажется, 5-9 не мисс, черный. По тому, как коммуникация. Поэтому, мне кажется, больше красный игрок номер 5. Можно проверить 6, да. Я бы сделал проверку среди 6-4. Выставляю 9, я вписываюсь, голосую за игрока номер 9. Вписываюсь, там не знаю, какой шериф на самом деле еще, но вписываюсь. Спасибо. Спасибо. Один. Ну смотри, Градлик, если ты шериф реально, то проверь реально третьего игрока. Так вот. Третьего проверить, потому что я устал уже, чтобы вы не можете голосовать на третьего игрока. Ну вы не шериф игрок, если вы там скрылись бы, я бы уже рассмотрел, потому что я второй так сильно подозревал откровенно. Ну и кто против играет, даже третий, вот он красный вот так вот.
Третий вариант. Ну, он найдет мой цвет, все нормально, вот так вот. Так что проверка только 3. Да нет, ты точно что делал, шлейф. Поставляю 9, я тоже голосую в 9. Спасибо. Руки со стола убрали. Напоминаю, как 2, 3, 4, 5, по 2 фола. 3, 5, 7, 4, 9, 2. 3, 5, 7, 4, 9, 2. В той же последовательности. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 3? Спасибо, 0 голосов. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 5? Спасибо, 0 голосов. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 7? Спасибо, 0 голосов. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 4? Спасибо, 1 голос. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 9? Спасибо, 8 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал, так и вы снули. Игрок под номером 9, лидер голосования. Я просто с градиентом местами поменялись, понял, да? Ты тогда шерифом был на 9, теперь я шериф на 9, а ты черный на 4. Вот. Да все, да какой отстрел? Да. Баланс 4 сыграете, и все. Рано или поздно вы в него сыграете. Мне кажется, в этой игре рано или поздно вы в него реально сыграете. Нет, я шериф. 4 прям черные. Что вот. Я не вскрываюсь там первым отстрелом. Что это делает? Ну, записал, чем поборемся. Не получилось, в другой игре получится. Вот, победа красной команде. Считаешь, да? Считаешь, что... Не. А, ну если ты вскрываешь, туда. Получается так. Очередной. Все, 4, давай, 4, мы запомнили, да? Остальных вручную ищем, на шерифа сняли. Что ты куда, ну? Спасибо, время, я тебя положу на команду, как надеть. Тишина. Ночь. Ребята, проверены черных первых. Смотри, есть один нюанс. Один нюанс есть. Когда смотреть, когда ты сказал на 99% уверены красный 2, я тогда скрылся второму игроку. И отстучал ему 9. Мне кажется, красный 5, даже если ты думаешь, что 5-9 вместе с черными, красный 4. Вот так, ты снимешь 2. Хорошего, добро. Смотри. Я тебе оставлю красный цвет 4. Это мой цвет. Я считаю красный 4. Я восьмому? Я вообще... Нет, смотри, я ему показал, и все. А дальше он сам начал... Нет, я на масках не показывал. Смотри, красный 4, ты проверенный красный. Ты кого будешь снимать? Давай вместе посмотрим. 2, 5, 6 будешь снимать. Ну что, меня это устраивает. Я второго-то не считаю красным. Есть кто-то? Ну ладно, я думаю, наверное, нормально все. Спасибо. Спасибо, аплодисменты один. Выйдите из игровой локации. Напоминаю, 2, 3, 4, 5 по 2 фола, игрок под номером 3. Да, ничего не меняется. Это статистические факторы. Когда умирает 8-100% черный 9, когда БВД шериф, я 100% проверенный красный во вторую ночь, если я не умер в первую. Выставляю 5, уйдут 2, 5, 6. 100% красный 10, 10, 10 черный я отдался, и я думаю красный 7. Все, ты единственное, что ты думаешь, это твоя и твоя миссия. Если вы красный, над цветом 4. Это все, что мне от вас нужно. Я уберу отсюда и 2, и 5, и 6, если кто-то из вас, желательно вдвоем, не скажете, что 4 черный. Все, другой игры не будет. Идут 2, 5 и 6. Оставляю 5. Сначала уйдет 5, потом уйдет 2, а потом уйдет 6. Шестой, как самый взрослый, с 2, 5, 6, у тебя дань уважения, ты будешь последним уходить. Молодежь проводишь, а потом сам уйдешь. Уходит 5 сейчас. Спасибо. Спасибо. 4. Так, да, выставляю 5. Как прятаться шерифом? Когда вас первоубиенный записал в лучший ход, а потом через 30 секунд оставил красным 1-2-7, он записал лучший ход 1-4-9, а потом сказал красный 1-2-7-10. Ну, блин, реально непонятно, кто шериф. Так, ну понятно, что вроде как черная 5, и, блин, то, что уходит 2-5, меня полностью устраивает. В 6-7 я бы думал, потому что 4 черные? Понятно, 4 черные, да. Что?
Я же сказал 5 черный, точно. И сказал, думал бы в 6-7, потому что он уверен, что ты черный. Я бы думал в 6-7, потому что, смотри, я сыграл с красным 1, да, достоверно. Сыграл, вас оставил в стороне. 5, сыграла в меня, 6, 2 круга, говорит, я не понимаю, если черный 4, за что ты в него играешь и так далее. Есть, играет против 5. А 7 жестко сыграл против меня, ты мой цвет должен понимать. Ты же все время это рассказываешь. То, что ты там вскрывался восьмому, потом откатил, наверное, от этого ты больше крас. Короче, я бы 6-7 внимательно слушал. А этим голосовать можно. Только что третий сказал, что игрок номер 7 красный вместе с 10-м игроком прекрасных 7 и 10, что я тоже разделяю мнение по данным игрокам. Черные либо 2 и 4, но я так не считаю. Я думаю, что черные 4 и 6. И он уже знал, что он будет уходить, был согласен на распил игроков 2, 4 и 5, сказал просто, что четвертый проверенный черный, чтобы дать ему какую-то минимальную красноту на прошлый круг. Четвертый в нуле сыграл только с игроком номер 1. Я предполагаю, что может быть красным 2, третий проверенный красный. Я сказала, что мне его позиция не нравится. 6 сыграл с игроками 1 и 4. Моя позиция в нуле, напоминаю, была игроков 1 и 3. После того, как поговорил 6, я показала, что уже не красный 6. 7 меня не проатаковал, которого вы считаете красным. 10 всю игру, которого вы считаете красным, говорит, что я больше игрок красный. 9 меня сатаковал по нулевому кругу. Ну, конечно же, да, молодежь вперед пойдет. И, ну, чё, да, чё, выставляй 4. Время 6. Так, мне кажется, ничего плохого в этой игре не сделал. И 4 меня тоже должен защищать в этом плане. Она на тот круг выставила 3, сказала, то, что ага, да, 3-4 вместе черные, атаковала 3-4. А сейчас, когда третий проверен красным, он говорит, типа, ты же сыграл 1-3-5. В чем проблема? Вставляю 5, чернющая 5. Все, смотрите, один ушел за вещанием не трогать 4. Так я 2 круга чем занимаюсь, только защищаю 4. Больше я ничего плохого в этой игре не сделал. Сатаковал 5, она меня назвала красным, я ее красным не посчитал. Я не считаю красным 7. Если красный 10, то для меня уход тогда 2, 5 и 7, а не 2, 5 и 6. Что? Он сказал, красный 2 говорит, красный 2. Ты думаешь, красный 2. Ну, может быть, тогда уход 5 и 7. Игра закончилась. Потому что я красный, я не считаю черным 4. Для меня 4 хорошо говорит. Вот и все. Если 4 черного, меня купил, пускай выигрывает. Становится магистр. Время. 7. Смотри, ты кому руль оставишь в 7-10, когда уйдешь? А, можно оставить руль мне, потому что игрок номер 10 говорит, что красный 2, когда 2 показывал, что 3, 10 не могут быть двумя красными игроками. А 2 думает, что красный я. Поэтому 10 не должен говорить, что 2 точно красный. 2 отводил проверку от 6. Когда ты забивал проверку в 3-6, 2 показал 6, проверенный красный. Поэтому 10 не должен считать красным 2. А для меня в 4-5-6 самый подозрительный 6. В 4 была единственная претензия, что он не понял, что я сделал тот мув, который он сделал тогда красным игроком. И мне кажется, он должен был это понять, а не добавлять меня в голосование. Выставляю 6, выставляю 5. Смотри, там голосуем, куда скажешь, мне кажется, в 5-6 самый, ну, 6 подозрительней. Если хочешь, можем 5-6 голосовать два круга. Просьба оставить меня больше красным. Все, спасибо. 10. Спасибо. 10. Угу. Ты думаешь, что 2-10 вместе с черным? Давайте объясню, почему мне кажется, что может быть красный 2, это не точно. Потому что ему скрылся шериф с проверкой 9 черных. Он тебя стучал. Он скрывался с проверкой 10 черных. То есть, если он черный с игроком номер 9, мне кажется, он не будет скрываться с проверкой 9 черных, потому что я красный. То есть, он, если он черный, он знает, что я красный. И у него просто не возникнет мысли о том, что 10 может быть проверено черным. Поэтому мне кажется, что 2 может быть красным игроком. То есть, ты именно за это. Хотя он играл против игроков 3-10. Ну, то есть, я объяснил, какие мысли игрока номер 2, как мне кажется. Я бы заголосовал бы игроков 5-6, выставляя 5, выставляя 6, там точно есть черный игрок. Потом будет угадай какая-то штука, типа 2-4-7, скорее всего. Да он во всех играх ошибается. Нет, 2-5 будем голосовать по очереди. Пол. То есть 2 все равно черные, да, после того объяснения? Выставляя 5, выставляя 6, я бы голосовал бы 5-6, было круто, там точно есть черный. 6 красный, ну тогда уйдет 5. Потом в угадайке 2, 4, 7 я бы оставил бы 2 выбирать. Я объяснил, почему для меня лично красный 2. Спасибо, время 2. Господин РФ, послушайте меня. Я убежден, что 4, 5, 7 это двойка черных. Черная 5, выставляю 5. И черных 4, 7. Что говорит 4? Снимем 5, снимем 2, будем думать в 6, 7. Надо слушать 6, 7. Угу. Так снимем 5, снимем 2, я значит красный. Ты сказал, безопределенно черная 5. Значит красный 2 будет, правильно? 7 показывал, 4 черные, 4 черные, они вместе черные, показывал игрок номер 7. У 4 должна быть такая акцентированная игроков 5 и 7. 10,
Я же не знаю, правильно черный. Я черный с 5. 5 говорит 2, 5 по очереди. Я должен быть черный с 6. Но мне зачем вообще вылезать на стол, пока 6 не проверяется 6 красных. У меня есть запас красноты. Мне не нужно ничего делать, я доеду. 7 уверен, что 4 черные показывают. Вы показываете, что 4 черные, правильно? Если черные 2, 6, ты подозреваешь 5, есть 3, 5 баланс, есть 4, 7 баланс. Если 2, 6, мы уже вас раскатали. 2 в 2. Выставляю 5, выставляю 4, выставляю 7. Эти игроки уходят, победа города. Проверяй. Начнем с 5. Пас. Со стола убрали голосование. Напоминаю, игрок номер 5. У вас 3 фола. 5-6-4 голосования. 5-6-4. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 5? Спасибо. Это 6. Кто считает, что нас покидает игрок под номером 6? Спасибо. Один голос. Дайте 5. Так, я считаю, что черный 2. Все, после речи 6 я не подозреваю 6. Я не готова становиться в баланс с ним. Я думаю, что красные игроки 6 и 7. У второго только что получилось, что 4 и 5 – это два черных игрока от других цветов. Ты думаешь, что красный 7? Мне черным 7 не кажется. По его коммуникации хотя бы с 8. При убийстве 8 это все делать не будет, точно. Я убеждена, что красный 7. После речи этой 6 думаю, что пусть будет красный 6. А он сыграл в двух черных 4 и 5. Это просто невозможно в этой игре. Все, что мы сделали с игроком номер 4, он не может думать, что мы вместе черные. Поэтому уже не красный 2. И от того, что 10 объясняет, почему красный 2, если 2 скрылся с 10 проверенным черным, а у настоящего шерифа 9 проверенный черный, может быть, они были вместе, да? Типа он подумал, что не 9, а 10 проверенный черный. Поэтому мой противовес 2, ты дальше подумаешь, для меня не был супер красным 4. Но от того, что происходит сейчас за столом, я оставляю для себя красными игроками 6 и 7. Так, ну я скажу откровенно, мне кажется, 2, 7, 10 все красные. Самый красный там 10. Потом, мне кажется, краснее 7, потом 2. Я понял, почему ты краснеешь 2. Ты думал, что один отстучал второму 9, а он подумал, что это цифра 10. Там вскрытие, если за это только краснеешь, то нет. Потому что там вскрытие было немного другое. Сейчас я все это не объясню. Я хочу думать, что я реально хорошо сыграл. И когда умер 8, я хотел пилить 4, 5, 9. Я был преисполнен, что в 4, 5, 6, 9 тройка. Поэтому я бы голосовал 4 и 6. Смотри, если в какой-то момент скажет 2, что красный 6, ты просто снимешь 2. Все? Я бы голосовал 4 и 6. Мне кажется, 4, 5, 6, 9, тройка. Я оставляю красным 10. Спасибо. Спасибо. Это вам игрок под номером 3. Выйдите из игровой локации. Я напоминаю, 2, 4, по 2 фола, игрок на 4 говорит. Выставляю 6. Я сыграю на этот круг по завещанию. Я вчера сидел на один, но я предупредил. Вы меня красным больше голосовать не будете. Понятно? Уйдет 6, игра не закончится, уйду не я. Ты умрешь, скажешь 4 точно красный, кто черный в 2-7. Что сделал 2? Я понял твой аргумент, аргумент нормальный. Этот аргумент не работает только с черный 2-9-10, но я так не думаю. Значит, что сделал 2? 9, сказал, вскрылся, пилил 2-4-5. Я все, что сделал, сказал 5 черный, 5 сгорел на меня, сказал, что я черный, мы всю игру рубились. Он сказал, что точно черная 5 и какой-то черный в 4-7. Мне кажется, если точно черная 5, которую в баланс оставила, то я красный. Но это же прям очевидная мысль, что нет черных вместе 4-5. А он это рассматривает. Типа, мне в 6 тяжело голосовать, ты сам понимаешь, почему? Потому что 5, когда в меня всю игру играл, он меня защищал. Но я допускаю, что может быть тебе такое, типа, если Эльнур прав, то черные, допустим, 5-6 вместе. Потому что, несмотря на то, что 6 называл меня красным всю игру, 5 продолжил на 9 человек играть в меня. То есть на 10 человек она в меня сыграла, 6 меня защитил, а потом она в 6 не играла, играла в меня. Такое может быть, но для меня это не приоритетно. 6. Так, то есть ты сыграешь по завещанию, хотя считаешь меня красным, да? Ну, это не речь магистра. Магистр так не играет. Магистр играет свои цвета, понимаешь? Поэтому, скорее всего, ты им не станешь. Вот, выставляю 7, выставляю 4. Все, смотрите, что поменялось у 5 после моей речи, что я стал для нее красный. Для меня 5, смотрите, можете снять меня. Для меня 5 черная. Мне без разницы. А потом кого, я не знаю. Для меня темнее даже 7, потому что то, что говорили 5-4 с черной 5, то она как будто не с 4.
понимаешь? Вот еще почему я думаю, то, что должен быть красным 2. Если, допустим, 2 первый скрылся черному 1, а, кстати, видел, как первый скрывался восьмому, который первоубиенному, и когда первый скрылся второму игроку, и второй скрылся проверяет 9 черный, он маякнет, и 9 скажет, стреляется 1, первый проверенный шериф, как бы не будет подставлять своего второго. Ну, мне кажется, небольшой аргумент, но он тоже достаточно ликвидный. 5. Вот, не знаю, для меня черный 5. Время. Хотите 7. Снимать, я... Так, выставляю 2. Под последние руки на случай, если поговоришь плохо. Смотри, Руслан, смотри, я тебе донесу свой цвет. 8 оставил меня игроком красным, хотя изначально меня подозревал. Я не черный с игроком номер 4, по той ситуации, которая происходит. Я точно не черный с игроком номер 2, потому что 2 начинает защищать 6. Я черный не 6, потому что мне кажется 6. Меня стукнул, мне скрылся 6, меня не считает красным. 8 сказал я красный, 3 сказал я красный. Я черный не... Я могу быть черный только с игроком номер 5. Но если я черный с игроком номер 5, когда 3 заочно играет против меня, но берет мою пятую, я сыграю в 3, усилю 3-5 против 2-6. Я не буду выкидывать одновременно третьего и брать пятого, чтобы третий подозревал нас обоих. Собирая руки, я бы заголосовал игрока номер 6. 6 убежден, что черная 5 опять не его в баланс оставила. 5 оставила в баланс игрока номер 2. И сказала, что он думает, что 6-7 оба красные. 6 не должен считать на 100% черным 5 и меня чернее, чем игрока номер 4. Мне кажется, он просто хочет сейчас кого-то снять, убить тебя и рукой игрока номер 2 потенциально выиграть угадайку. Такая музыка. Время, поэтому хочу посыпаться, снять 6. Так, ну я пока тоже хочу снять 6. Ты левый не должен 5 черным считать, потому что 5 ушла, сказала 6 точно красных и 7 точно красных. Mm-hmm. Поэтому с твоей позиции, ну, не должен считать 5 черным, мне кажется. Да что 4? Mm-hmm. Мне кажется, 5-6 не 2 красных, поэтому мы заголосуем 6. Сейчас послушаем 2. Я объясню, почему я 2 считаю красным. Может быть, конечно, черным, но пока мне кажется, скорее он красный. Мне не кажется, черным 4. Поэтому я заголосую 6 на этот круг. Причем я не ставлю какое-то жесткое значение, потому что у меня нет уверенности после вчерашнего дня. Пока выходит 6. 10 секунд. Спасибо. 2. Как 7? Не 7. Давай 4. Я в 4 буду голосовать. 4-5, когда не 2 красных. Чернее 5, они могут быть вместе черными. Правильно? Пятая, на 9 человек сказала, 3-4 от 1 до 2 черных. Третий достоверно проверенный красный. 5 должны играть 4. Четвертый со своей позиции, когда 5 сыграл против 3-4, 3 проверенный красный, он сейчас знает, что он красный, он должен атаковать только 5 и говорит, что 5 черное. Для вас 5 черное. 5 оставил баланс 2. Значит, я красный, правильно? У вас черных 6-7. Я атакую вас. Так вы не должны думать, что 2-5 вместе черные. Я атакую вас. Я могу думать, что 4-5 вместе черные. Что она оставила баланс не 4, а 2. А вы не можете думать, что 2-5 вместе черные. Я в угадайке проголосую в 4. Лучше сядь сейчас в 4. Хорошо? Ты вот умрешь, оставишь завещание какое-то. 7 показ... Дружище, дружище. Посмотри, я красный. 2-6 же нет вместе черной команды. Почему нет 2-6? 7 показывает 4 черный, 3 в балансе с 5. Я вообще ничего не буду делать. 3, 5, 2 красных в балансе. Он говорит 5 черное, 5 говорит 3-4 атакует. Прикинь, 5 атакует, 3-4 игроков, правильно? 2-6. 6 никто не подозревает вообще. 7 показывает 4 черный. Почему 7 хочет сейчас... Спасибо. Сними 4. Время. Да, руки со стола убрали. Голосование 6-7-2. 6-7-2. Кто считает, что у нас такое? 6. Спасибо. 3 голоса. 6. Он весь черный, молодцы. Я же 7 хочу снять. Для меня 4 не черный. За что ты меня выставляешь? Да не нужно его слушать. 7 и 10 у него красные. Черный 7 с нуля. Я на 9 человек сказал, самый черный 7, она всех красных уничтожила. Успокойтесь, игрок номер 4, пол. Ну, теперь не будем слушать. Что угодно ставить, все. Будем снять 6. За что 6 снять? Он оставляет 4, для него красный 2. А я при чем? Что я плохого сделал в этой игре? Надо было нам 7 снять 7, а потом 10. Ладно. Пас. Победа черных. 7-9-10. 6-1. Блин, на 9 человек все, что объяснял, что черный 7. А все, там уже при 3 красных. Она выстрелила меня, стала черный я, черный 3.